Я тебя не увидел! Хаги? Здорово, Хаги! Хаги тут! Останется! Я не понял, приколдеса! Я вообще-то это уже проходил. Ну ладно, я помню, что здесь нужно сделать. Мне нужно просто попасть по вот этой вот штуке. Ну что-то попал наконец-то. Нифига не получалось этого сделать. А там же кукла сверху была. Куда она делась? Мамочка решила дать тебе маленький кусочек кода от поезда. Ну давай мне код от поезда. Я помню, что мне нужно его взять. Все, я могу идти. Мамочка хотела бы, чтобы игра длилась чуть-чуть подольше. Я думаю то, что мы еще с тобой поиграем. У меня разблокировались двери, и мы сразу же... Эх, ты ж ёк-макарёк! На такое я, конечно, не рассчитывал, но ладно, я думаю, я спокойно прямо пройду. Вот, блин, все походу на этой фабрике держится на каких-то соплях. А еще я думаю, что нужно сделать немножечко поярче. Вот, я, если что, уже все исправил, и поэтому мы, походу, сейчас просто должны зайти в этот люк. Ох, почему в этой игре так много нужно ходить по люкам? Меня это прям капец как напрягает. Так, здесь хотя бы отсюда сейчас никто вылазить не будет. Стоп. Только что пролагало, и это, возможно, опять что-то загрузилось. Надеюсь, сейчас хотя бы будет без скримеров. Очень страшный угол. Первый. Это что только что было? Кто там это? Завод запустил? Вы офонарели, что ли? Так, здесь вроде тоже ничего. Что-то как-то очень много поворотов, и меня это прям напрягает. Сзади за мной хотя бы никто не бежит. А вроде бы все нормально. Ёк-макарёк. Мы, походу, оказались в самой настоящей комнате игрушек. Нифига себе. Ну, давай посмотрим, что нам здесь нужно сделать. У нас еще есть какая-то отклоненная игрушка, которая называется Оуэн в духовке. Оуэн, а что ты натворил? Почему тебя отклонили? Было несколько случаев, когда дети получали ожоги третьей степени. Серьезно? Ты что, настолько горячий? Ну, ладно. Давай обследовать дальше. Я могу какие-нибудь здесь игрушки подбирать или нет? Походу, ничего трогать я не могу. А что-нибудь... О, стоп. А я что... Я могу тебя двигать? Ну ладно. Еще у нас есть какая-то странная игрушка, которая называется... Саркакашка. Я не шучу, это реально такое название. И его отменили, походу, потому что у него было очень плохое название. Ну да, оно, в принципе, и понятно. И у нас здесь еще целая куча отмененных игрушек. Это просто какой-то капец. А я так понял, нам, походу, нужно идти вот сюда. Ой, здесь какой-то динозаврик есть. Короче, нам нужно просто взять энергию и ее куда-то подключить. А еще здесь есть кассета. Кстати, я когда монтировал прошлое видео, заметил то, что я еще одну кассету немножечко пропустил. Ну ладно, ничего страшного. Так, а куда мне нужно эту энергию подключить? Нужно где-то найти зеленый треугольник. А, нашел, походу, вон туда. Ну ладно, а я вообще успею тут добежать-то? Давай попробуем, что мне нужно сделать, я пока что не понимаю, но сейчас мы просто быстренько до него добежим. Капец, здесь динозавра еще и побольше есть. Так, сразу же мы его активируем, и у нас активируется какой-то крюк. Окей. Просто забирается. А в чем прикол? Еще здесь есть какая-то табличка Playtom Co. Походу, кто-то, когда печатал название, немножечко ошибся одной буквой. Просто буквы I и O находятся рядышком на клавиатуре. И он, походу, просто перепутал. Гениально! Смотри, здесь есть какой-то крюк. То есть мне, походу, нужно сюда передвинуть какую-то игрушку. Может, мне нужно сюда какую-нибудь коробку передвинуть, чтобы она захватилась. О, смотри, золотая игрушка. Я могу ее по-любому как-то скоммуниздить. Только у меня что-то не получается пока что ее забрать. А, нужно просто было сюда забраться. А что за игрушка за такая? А нет, она не забирается. Ну ладно, меня, походу, заскамили. Короче, я так понял, что мне, походу, нужно просто забраться туда наверх. Но этот дракончик, динозавр точнее, мне немного мешает. И нужно его как-то отсюда убрать. А убрать я его, походу, могу с помощью крюка. Вот смотри, здесь есть лифт, но он немного не работает, потому что написано, что слишком тяжело. То есть этого чувака реально нужно убрать. И, походу, мне каким-то образом сюда нужно дотянуть тот самый крюк, который там наверху был. Давай посмотрим, я могу его вообще двигать или нет. Блин, реально, у него же даже руки были, капец. А чё я этого сразу не заметил? Ладно, потащили. Стоп, его что, сейчас нужно тащить через все вот эти вот комнаты? Вы серьезно, это же максимально неудобно. Только можно как-нибудь это сделать побыстрее? Чего? Мамочка, длинные ноги? У нее здесь тоже есть игрушки? Ой, капец. Надеюсь, хотя бы она сюда сейчас не вылезет. Давай тащить быстрее. Я надеюсь, то, что я все делаю правильно. Крюк мы дотащили, это хорошо. Теперь его нужно просто активировать. Активируем его правильно вот так вот. И что? Да, смотри. А, я понял, и теперь этого дракона нужно, точнее, динозавра, почему я все время драконом называю? Его нужно просто убрать вот сюда. Давай его самый низ туда вообще скинем, чтобы он точно нам не мешался. Ой, кажется, он сейчас упадет. А, серьезно, он даже коробки не раздавил? Ну ладно. Я тут побегал и так и не смог найти кассеты, поэтому пох... Ой. Че залагал это все? Поэтому, походу, кассета немного отменяется. Если знаешь, где она находится, напиши мне, пожалуйста, в комментариях. И в следующий раз я ее обязательно посмотрю. А пока что просто поднимаемся на лифте.
И идем дальше. Ой, я надеюсь, мне хотя бы туда идти не нужно. А, я, походу, туда не смогу забраться. Да, здесь у нас какие-то вагонетки, походу, будут. Я что, уже буду на поезде здесь кататься? Так, с этими штуками я ничего делать не могу. И сейчас опять будет какой-то скример. Ой, а что такая комната страшная? А что, у меня мурашки начались? Так, мне, походу, нужно опять соединять электричество. Окей, без проблем. Если я соединяю эту штуку, у нас поднимается лифт. Я не успел на него забраться, ёк-покрёк. Лифт, спустись, пожалуйста, вниз. Так, мне, походу, нужно на него просто подняться. Да что за фигня, я в стенку упираюсь. Я залагал, блин. Так, а что у нас вообще кнопка делает? Кнопка у нас не работает. Окей, это мы поняли. Ладно, в этот раз я успею подняться, и мне нужно просто активировать вот эту вот штуку. Ага, и что делать дальше? Я видел то, что вот где-то с этой стороны у нас был подключатель, но я так понимаю, то, что до него у меня рука не достанет. А что мне тогда делать? Стоп, а если я здесь просто останусь? Руку уберу, здесь ее быстренько протяну. Блин, это же вообще гениально, точняк. И сейчас мы просто должны активировать вот с этой стороны. Все, вроде бы все сделали. Окей, и теперь у меня кнопка заработала, и я могу спокойно подниматься на лифте. Ой, у нас еще и решетка открылась. Окей, я вас понял. Надеюсь, здесь хотя бы Поппи сейчас откуда-нибудь не вылезет, потому что она меня капец как сильно пугает на самом деле. Ой. Там только что-то пролагало, я прям видел. И меня это что-то напрягает. Я могу эту дверь открыть? Нет, она не открывается. Окей, давай, короче, просто быстро пробежим этот коридор. Я не испугался, почти чуть-чуть только испугался. Ладно, погнали дальше. Лестница, которая ведет наверх. И у нас здесь опять очень много крови. Почему так крови много везде, я не понимаю. Так, эту штуку мы быстренько убираем. И дверь у нас открывается. Ой. Паутина. А, стоп! Это же тот самый кабинет, точнее коридор, где я проходил. То есть я проходил вот в эту вот дыру, а сейчас я туда пройти не могу. То есть, походу, я просто выхожу обратно к поезду. Ладно, надеюсь, здесь сейчас никаких сюрпризов у нас не будет. Вроде бы все нормально. И у меня активируется вторая игра, насколько я понимаю. Ладно, давай посмотрим, что будет дальше. Оу, ты красавчик, у тебя хорошо получилось пройти первую игру. Отправляйся на следующую, которая называется «Ударь ваги». Желаю тебе повеселиться. Веселиться? Ты уверена? Я думаю, что у меня это не получится. Оу. Походу, сейчас у нас появятся хаги-ваги. Ой, блин, боюсь я на самом деле в эту комнату отправляться, потому что там сейчас будут хаги, которые будут прям капец какие страшные. И здесь тоже есть эти коридоры. Сейчас по-любому здесь еще какая-нибудь рука вот этой длинноногой мамочки появится. Или нет, но здесь хотя бы у нас сверху она вылезти не может, и это хорошо. Ой, а так и должно быть? Здесь дверь открывается. Чего? А почему у нас так много рук? Я не понял приколдеса. Ну ладно. Так, здесь есть какие-нибудь пасхалки? Нет? Я могу сюда вообще зайти? Нет, походу все закрыто. Окей, просто уходим обратно. Фух, здесь пока что никто не появился. Ладно, давай, короче, просто заходим и все. О, это же та самая комната из трейлера, где у нас было много хаги. Ой, нет, что-то я начинаю бояться сразу же. У нас телек включился. Good luck. Ага, и вам не хворать. Опять не пожелали удачи в очередной раз. Так, и что сейчас будет? Сейчас, наверное, там появится эта мамочка длинноногая. Да, я угадал, у меня аж мурашки пошли. Привет. Ой, что началось? Дверь закрылась. Ладно, сейчас мы с тобой повеселимся. Я прям уверен. Что за звуки? Кто здесь ходит? Здорово, чувак, чё тебе надо? Может, по тебе нужно сразу же ударить? Да, я понял, короче, они сейчас будут просто выходить, и мне нужно будет по ним бить. Хаги, отстань, уйди, не вылазь на меня, уйди, пожалуйста. Ой, целая куча хаги сейчас будет вылазить, уходи нафиг отсюда. Почему они со всех сторон? Могли хотя бы с одной стороны сделать эти проходы? Уйди отсюда, я тебе сказал, не лезь ко мне, мне без тебя хорошо живется. Так, где? Где? Где он? Вот он, это желтый хаги вылез, или зеленый, я не понял, но это было очень страшно. Окей. Я тебя не увидел! Боже, как это было страшно. Это был красный хаги-ваги. Ладно. Стоп, когда меня только что перезагрузило, вот там я увидел какую-то руку. Окей. Давай, сейчас начнем. Да, сейчас будет очень весело. Можно я чуть поярче сделаю? Просто я в прошлый раз элементарно даже не заметил этого хаги. Надеюсь, то, что сейчас я его увижу. Блин, лучше в эту игру играть вообще в наушниках. Где он?
Вон он лезет, окей. А почему из красного туннеля лезет синий Хаги? Я не понял. Тихо, уйди, 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 уйди. Куда? Уйди, уди, уйди, 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 уйди. Сейчас здесь нужно играть в эту игру максимально тихо, потому что. Нужно слышать звуки. Желтый Хаги. Синий Хаги. Отстаньте. Еще не видно, блин, нифига. Уйди, уди, уди, уди! Уйди, уйди. Я думал, сейчас на меня прыгнет. Так, ты тоже не прыгай, уходи. Так, тебя я тоже заметил. Тихо, не рыпайся. И ты не рыпайся, чувачок. Ладно, вроде бы пока что справляюсь хорошо. Главное только максимально быстро здесь крутиться. И максимально быстро их выгонять. Ой, почти что прыгнул уже. Тихо. Так, чувак, тоже уходи. Уходи, уходи. И ты тоже не рыпайся. Откуда здесь взялось так много хаги-ваги? Я не понимаю, их такое чувство, что вообще бесконечно, блин. Ой, так, чувак, не рыпайся, ты тоже свали, говорю. Я ж по тебе попал. Так, там с той стороны еще чувак идет. Ай-я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 й! Вы видели? Капец! Так, чувак, нет, ты тоже не подходи. Блин, скип. Ай-я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 й! Вы че, блин, со всех сторон? Отстаньте! Капец, они вообще со всех дырок полезны! Это же вообще невозможно, вы что гоните? У меня уже мурашки просто по всей голове идут! Может, я вообще как-то неправильно играю в эту игру? Может, здесь нужно в какую-нибудь дырку вообще залезть или нет? Блин, если вы знаете, подскажите мне, пожалуйста. Вы по-любому уже смотрели эти видосы у других ютуберов, которые, наверное, уже всю игру даже прошли. А я только, блин, вторую игру еще играю в этой... на этом заводе. Ладно, все. Успокоились. Погнали. Ура! Фу, у меня просто руки трясутся! Что произошло? Я не понял. А, ты мне вторую часть даешь. Спасибо тебе. Всего лишь последняя игра. Мамочка надеется, что мы останемся с тобой навсегда. Как ты меня уже достала. Стоп, куда мне идти? А, сюда? Ну ладно. Ух, давай просто отсюда уже выйдем поскорее и все. Но здесь у нас опять какие-то очень страшные коридоры, которые меня прям капец как напрягают. Окей, так, здесь у нас никаких пасхалок нет. Нам нужно теперь, походу, сейчас еще и прыгать будет. А я здесь вам сейчас могу допрыгнуть-то? Окей, а, там, я понял, что мне нужно сделать. Мне нужно просто подняться наверх. Только сейчас мне нужно по этой штуке попасть. А что я попасть не могу? Алло. Походу, до туда доставать нужно немножечко вот хотя бы отсюда. А здесь все нормально. И просто поднимаемся наверх. Как-то вы слишком быстро поднялись. Тихо-тихо, дурак! Валенский, блин, случайно руку отпустил. Так, дверь не закрывается, окей. У нас здесь какой-то новый герой. Это что вообще за чупакабра? У тебя что такое? Язык-то длинный. Нифига не понял, лучше с тобой не буду играть, отстань от меня. Так, все, погнали дальше. Ой, сейчас, походу, опять какое-то электричество будет. И что-то здесь очень страшно. Ладно, все, просто погнали. Так, здесь у нас еще какие-то вагонетки. И нам, походу, нужно идти вниз, насколько я понял. Эта штука же никак не открывается, да? Ага, окей, погнали дальше решать эти головоломки. Здесь написано, что людям как бы нельзя проходить. Может быть, все-таки туда лучше не лезть? Ладно, давай посмотрим, что у нас там есть. Походу, нифига. Окей, как-то здесь очень страшно, я лучше обратно вернусь. А что мне тогда делать надо? Я что-то немного не понимаю. Здесь есть какой-то рычаг. Ой. Хаги? Здорово, Хаги! А тебе что надо? Ты же не сможешь, ты же... Это не Хаги, это Кисси-Мисси! Не-не, да зачем тебе открывать этот рычаг? Ну чё ты? Без него вроде хорошо жилось. Куда мне нужно идти? Наверное, нужно просто где-нибудь здесь спрятаться. Я надеюсь, то, что я все правильно делал. Я надеюсь, то, что я не ошибся. Кисси, не подходи ко мне, пожалуйста. Мне, в принципе, и здесь хорошо. Что происходит? Что? Блин, за звуки!
Подожди. Я надеюсь, она меня там хотя бы не поджидает? Ладно, давай проверим. Пока что ничего не видно. Блин, зачем я голову влево делаю? Я ж так все равно ничего не увижу. А куда она ушла? Она, походу, решила мне просто люк открыть. Ладно, окей. Здесь вроде никаких секретных проходов не было. И сверху она тоже не сидит. Поэтому я могу спокойно идти. Да ведь? Ага. Киси, а ты где? Ой. Ладно, походу нужно просто дальше решать головоломки. Погнали, попробуем это сделать. Так, просто берем электричество. И сейчас мне нужно что-то здесь подрубить. Ага, вот та самая вагонетка. Походу. Сейчас я тогда вот эту штуку активирую. И дальше я... Дальше. Есть еще один какой-то рычаг. Я не понимаю, что мне нужно, блин, сделать. Эта штука быстро закрылась. А, все, я понял. Нужно просто вот эту штуку быстренько открыть. Потом энергию здесь... забрать, поставить вот сюда и пройти. Ага, здесь еще какой-то люк есть. И как бокрёк. Окей, давай попробуем пройти сначала вот сюда. Надеюсь, то, что я не ошибся. Так, эта штука у нас не открывается, да? Нет, открылась. Окей. А тогда... Что же зеленое? Теперь мне надо как-то вот этот люк открыть. Так, смотри, у нас где-то здесь была вентиляция. Проход по вентиляции. Походу, мне нужно идти именно туда. А где он был? Ага, он у меня закрылся? А что тогда делать? Ладно, походу сейчас мне нужно зайти именно в него, потому что больше у меня ничего не получится сделать. Ой, блин, я там красное увидел, аж испугался. Так, короче, мне нужно взять энергию. Нужно поставить ее вот сюда. Нужно взять энергию, поставить ее вот сюда. И нужно, походу, зайти в вентиляцию. А где она? Подожди, а где вентиляция? Я что, ее пропустил? А, здесь вентиляция была, дурак! Ладно, попытка номер 3. Так, тогда мне не нужно эту штуку забирать, просто идем вот сюда. Окей, погнали. Ой, вверх подниматься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я думаю, пока я решаю головоломки. Серьезно? А зачем я сюда вылез? Нафига! Ладно, походу мне нужно просто пока что притащить сюда вот эту вагонетку. Нужно ее, видимо, протянуть вот сюда. Так, ну все, мы тебя притащили, а ты еще и с глазами. Так, ну сзади у нас вроде бы ничего нету. То есть мне нужно что-то делать вот с этой именно энергией. Мне нужно как-то ее подключить вот сюда. И что будет? Еще какой-то люк открылся. Так, сейчас проверим. И здесь еще есть энергия. Как много всяких энергий нужно подключать? Я не врубаюсь. Ладно, в эту вентиляцию я еще не ходил. Здесь опять нужно подниматься наверх. А куда я вылезу? Я пока что не понимаю, у меня такое чувство, что туда же, где я только что был. Ну да. А нафига ты сюда залазил? Вообще ничего не понимаю. Так, а может мне вообще нужно наверх подняться? Нет, наверх мне не дает подняться. Ладно. Смотри, здесь есть какой-то выход вентиляции. Здесь что-нибудь есть? Я могу куда-нибудь зайти или нет? Если я захожу вот в эту вентиляцию, я вылажу вот на ту сторону. То есть это вообще максимально бесполезно. Либо я что-то опять делаю, блин, не так. Так, давай осмотримся еще раз. Может быть... Нужно... А, нужно энергию вот сюда подключить, я понял. Быстрее, пока она не пропала. Все. Окей. Я что-то включил. Здесь у нас... Да, мне нужно было сюда пройти, вон вагонетка. Все, я врубился. Блинский, блин. Почему я сразу до этого не догадался? А это вентиляция для того, чтобы можно было выйти, если вдруг я застрял. Все, я врубился, наконец-то. Так, сейчас только главное не перепутать и все сделать правильно. Сначала идем вот сюда. Энергию мы отсюда забираем. Идем вот сюда. Отсюда энергию давай тоже на всякий случай пока что заберем и поставим ее вот сюда. Здесь можно взять энергию новую. Взяли новую энергию, поставим ее пока что вот сюда. Ладно, все, это мы пока что разберемся. Фух, как это интересно и очень сложно. Все, люк открылся, это хорошо. То есть теперь я могу взять, по сути, две энергии, мне кажется. Да, все, я понял, что мне нужно сделать. Мне сейчас нужно сначала вернуться, где была первая энергия. Где-то... Блин, не той рукой взял. Смотри, сначала мы активируем вот здесь вот. Новую энергию мы забираем, ставим вот сюда. Старую энергию мы забираем, ставим вот сюда. У нас открывается вагонетка. Вагонетка, катись быстрее, пока энергия не закончилась. Быстрее, тебя сейчас зажмет. Фух, вроде успел. А, все, у нас теперь эти люки остались навсегда открытые. Это хорошо. Вот, так она еще и сама, что ли, катиться умеет. Ты же умеешь сама катиться. Вот давай и катись.
сзади катить тебя немного поинтереснее. Там хотя бы я буду знать, что у нас вообще происходит. Давай, давай, давай. Так, здесь была где-то Кисси, поэтому она еще может здесь сидеть. И нужно быть максимально аккуратным. Да ты не останавливайся, едь давай, дура. Все, она мне сейчас должна просто проделать проход. Как я понимаю. Так. За мной никто не бежит? Кисси вроде бы не появилась. Стоп, а куда она вообще делась? Ладно, почему-то мне вдруг резко стало очень страшно. И что-то у меня такое чувство, что сейчас что-то здесь вылезет. Или что-то здесь обвалится. Ой, что-то прогрузилось. Ну, мне явно идти не вниз нужно, мне нужно идти... Эй, а чё я только что завис? Блинский, блин... Что здесь лагает? Короче, я оказался в какой-то новой комнате, и походу мне сейчас нужно идти вниз, и походу вниз сейчас нужно прыгать в следующую комнату. Чё, прыгаем с тобой или нет? Ладно, пофиг, погнали, надеюсь, то, что я просто вернусь обратно. Здесь хотя бы сейчас никого не будет... Давай просто уже поскорее отсюда выйдем и все. Да, я наконец-то обратно выхожу к поезду. Давай мы уже поскорее до него добежим. Здесь хотя бы никаких сюрпризов не будет. Нет сюрпризов, и у нас походу остается последняя игра. И если ты хочешь, чтобы она вышла как можно скорее, давай мы с тобой договоримся, что ты всего лишь поставишь лайк на это видео, подпишешься на канал и посмотришь предыдущую часть или просто предыдущие видосики, потому что они тоже капец какие интересные. Почему мне так страшно играть, я не понимаю. Вроде же даже скримеров почти нету. Возможно, все самое интересное будет в конце.